Ну, шокирует, ничуть не меньше. В интернет попал этот ролик. Герой обычной чебоксарской школы. Подросток. Чебоксарская! Да что сейчас вы сцарапаете? Начинает драку с преподавателем истории. Ну, хватит кричать. Я бим качок! Но школьники демонстрируют свою смелость. Тебя снимаю на видео. Тебя снимаю. Ай! Через секунду фас. Сима, фас. Фас, я ему сейчас дам фас. Ай! Блядь, доигрался, ёбаный в рот, блядь. Чего, глаза хоть целые? Чё, Шейвко вцепился, блядь, куда оно? Чего? Я так и знала. Не бей, игрался, блядь. Ты вот колотишь. Ну не надо, надо не допускать. Ну давай ещё избей. Давай ещё. Я просил его уйти 100 раз, сказал, уйди отсюда. Ты его выкинь, катай. Держал я его, катай, он откатайте его. Его надо пиздюлей дать ему. Он там будет в таком состоянии. Не трогай его. Сколько можно, Захар? Ну сколько можно? Силу, что ли, оцарапал?